Юг Франции. Грасс. Небольшой уютный городок в десятки километров от громогласно светских Кан. Столица мировой парфюмерии. Бернар Виаль – глава семейства. С таких, как у него, частных фермерских хозяйств начинается производство одеколонов и духов. Он, например, выращивает мимозу – цветок с сильным запахом, использующийся только в высококачественной парфюмерии. Это первый тип мимозы, который высаживался в этом регионе. Цветки здесь намного меньше по размеру, чем у других видов. Но зато они более пахучи, что, собственно, и позволяет их использовать в парфюмерии. Мимозу собирают как раз под 8 марта. 60 тонн только с юга Франции. Ну что, красиво я букет принес? Да, в этом году мимоза уродилась. Жасмины и мимозы из Франции, розы из Болгарии или Турции, померанец из Сицилии, фиалковый корень в Италии. К моменту, когда сырье превратится в духи на вашем туалетном столике, пройдут месяцы. Знаете ли вы, что фабрики, производящие парфюмерию, духи, туалетную воду, считаются одними из самых секретных предприятий в мире? Парфюмеры охраняют свои секреты почище, чем производители оружия. Мы расскажем вам, почему. Если мужчина влюбился в женщину, значит, она выбрала правильные духи. Эту парфюмерную мудрость к сегодняшнему дню возвели в культ десяток крупных химических концернов. Мы в самом сердце одного из них – лаборатории запахов. Да, вся парфюмерия в мире в руках очень немногих президентов и председателей советов директоров. Этот рынок не просто жестко поделен, но и жестко структурирован. Кто-то занимается созданием самих ароматических композиций, кто-то сырьем, третий упаковкой, четвертый продажами. Это миллиарды и миллиарды долларов. Мир ароматов – не романтичная тайна, а маркетинг и химические формулы. В последнее время очень много технических новшеств проглотила эта отрасль. Чего стоит хотя бы радиография, которая позволяет разложить любой запах на составляющие. И, конечно, химические ароматы, которые полностью по запаху воспроизводят натуральные. Как только речь заходит о фэшн-индустрии или, о боже, и не приведи Господь, о парфюмерии, от чего-то сразу возникает даже у профессионалов слова о том, что это невозможно просчитать. Это все так интуитивно, это все так случайно. Вдруг появится гений, вдруг его озарит. Все это бренды. А значит, мы должны понять, у создателей брендов нет некого гениального склада ума. Ангел в макушку их не целовал. Это ремесленники высшей профессиональной пробы, которые четко знают, что будет востребовано в следующем сезоне. Первыми в дело вступают специалисты носы. Смотрите, какой эксклюзив. Всего 20 штук таких было выпущено в мире. Хрустальный флакон, крышечка из платины. Вот он, создатель и творец. Творец аромата женщины. Один из самых известных в мире носов. Такие, как Франсис, придумывают главную тему духов. Мешочек специальный, если захотите взять эти духи с собой в путешествие. Собственно, все, что ему нужно для работы, это его нос и вот такой чемоданчик с изначальными запахами, маслами, эссенциями, походный вариант лаборатории, из которых он, смешивая в той или иной пропорции, и получает сокровенное. Когда я создаю новый аромат, мне нужны музы. Мои музы – это все мои знакомые женщины. Я у них часто спрашиваю, а что вы думаете по такой-то композиции или такой-то нотке? Главное, за что ценят специалиста – нос, его способность различать запахи. Нюх такого человека в десятки раз тоньше, чем у среднестатистического человека. И он, этот нос, может предугадать, понять, как сработает та или иная нотка с течением времени на коже человека. Я могу отличать даже запахи одинаковых растений из разных регионов. Например, египетский жасмин или марокканский пахнут для меня совершенно по-разному. В России тоже есть носы.
Одна из них – Жанна Гладкова. В ее книжке заказчиков не только предприятия, выпускающие массовую продукцию, но и частные заказчики – известные артисты, политики, спортсмены. Частный аромат, который есть только у одного человека, сделан для него. С некоторых пор модный атрибут светской жизни – эксклюзив. Сложнее всего делать ароматы для невыразительных людей. Для людей, которые прячутся внутри. То есть для того, чтобы его вытащить из норки, разглядеть и понять, что ему надо, очень сильно надо постараться. Много всяких приманочек, сидеть долго, ждать, посвистывать, когда он выйдет, раскроется. Это ее мир, ее лаборатория. Стол, стул и несметное количество малюсеньких флакончиков с запахами. Опустить тончайшую бумажную палочку внутрь, потом во флакон, где будет собираться запах. И так тысячи раз. Разные палочки, разные флакончики. Собственно, это единственная конкретика, которую можно рассказать о ее работе. Дальше только эмоция. Комбинировать, настраивать, добавлять, ругаться и топать ногой в сердцах и радоваться, что получилось. Тема, базис духов начинает вырисовываться. В результате появляется вот такая запись в тетрадке, где название базового запаха соседствует с количеством. Как кулинарный рецепт. Любой аромат – это одежда для души, и не просто одежда для души, это отражение внутренней сущности человека. То есть он, выбирая интуитивный аромат, только по принципу нравится или не нравится, он наносит этот аромат, и всем начинает рассказывать о том, какой он. Мягкий, хрупкий, изящный или прагматичный. Добрый день, Жанна. Да, проходите, пожалуйста. Хорошие носы парфюмера всегда были на вес золота. Присаживайтесь. О чем говорить, если наиболее категоричные эксперты называют цифру 12? 12 человек в мире, которые могут создавать свой хороший новый запах. Наиболее либеральные говорят о сотне. И тем не менее, даже эта цифра пугающе мала. Поэтому из желающих перенять опыт очередь стоит. К Жанне приезжает учиться даже из-за рубежа, как, например, вот этот юноша. Чувственность черного чая. Вот когда открываете банку с черным чаем, вот возникает ощущение вот этой вот красоты, вот этой вот животной теплоты, да? Обучение же, если можно так сказать, в промышленном объеме, это, конечно, только Франция. Только чтобы попасть сюда на курсы длиной в 9 месяцев, 11 тысяч евро, экзамены по английскому языку и математике, тест на способность различать запах. Одна из идей этой школы – набрать именно интернациональную команду. Чтобы потом, по прошествии времени, эти перезнакомившиеся здесь парфюмеры могли обмениваться опытом между собой. Есть в этой группе и человек из России. Вот она, Анна Агурина. К концу обучения она сможет отличить около 500 запахов. Сейчас, после полутора месяцев, всего 150. Что же это такое? Может, роза? Первое, что я чувствовала, это стресс, потому что конкурс в этом году 6 человек на место. То есть мне было очень важно попасть сюда. И я была не единственный человек из России, который поступал в эту школу. Тем временем, пока парфюмер нос создает новый аромат, в дело вступают художники-дизайнеры, главный из которых – создатели флаконов. Это один из самых уважаемых в мире специалистов – Тьерри Башмаков. Бабушка швейцарка, отец русский, мать итальянка. Это все, что мы отправим заказчику? Да, именно в таком виде. Заказчики по всему миру. Значит, и он живет в самолете. Раньше нам, дизайнерам, просто говорили, вот такая основная тема или даже отдельный цветок, который надо выразить во флаконе. А сейчас ориентация на маркетинг. И часто мы даже не знаем, на каком этапе творчества нос парфюмер. И только в конце мы объединяемся. Придумать флакон для нового аромата, или, что называется, без привязки к конкретному запаху, непростая задача. Мало уметь креативить. Придумывать образы по заданной теме от заказчика. Здесь ее истории называют. Надо четко осознавать, что модно в сезоне, какие материалы или цвета пользуются спросом. Каковы возможности предприятия, которое будет эти флаконы наполнять содержимым. Позволяет ли их конвейер выпускать ту или иную форму.
Сейчас жесткие ограничения по бюджету и по маркетинговым ходам, но зато больше свободы творчества. Но нам грех жаловаться. У парфюмеров больше ограничений. Казалось бы, уж подушиться-то сможет каждая женщина. Но сможет ли по науке? Существует четкая, проверенная и опробованная десятилетиями технология, как наносить на себя духи или туалетную воду. Итак, у вас новый аромат или решили попробовать сделать как положено, запоминайте. Сделали дождик и нырк под него. Проверяем на окружающих, на коллегах по работе или домочадцах. Не реагируют, значит увеличиваем дозу. В дело вступают сонные артерии. Но уже на этом этапе важно не переборщить. Дополнительное оружие – кисти рук. Эти места – один из парфюмерных секретов. Захотели расположить к себе собеседника? Руки вперед, жестикулируйте. Приближайте свой запах к его носу. Захотели наоборот построить стену, прячьте руки за спину. И финальная точка, на совсем уж крайний случай – ключица. Подобная технология построена в первую очередь на знании анатомии. В местах, в которых следует душиться, близко проходят кровеносные сосуды. Запах, аромат работает по максимуму. Нужно ароматы не под одежду подбирать. Вот когда вы утром уже создали себе образ, причесались, сделали макияж, вы подходите к своей галерее, к своему гардеробу ароматов и, закрыв глаза, чтобы не ориентироваться ни на фирму, ни на звание, ни на цвет, ни на что, вы один за другим флакон подносите. И вот подсознание в какой-то момент скажет: вот это мое, вот это точно мое сегодня. И вот то блаженство, которое вы испытали, вдыхая в этот момент, учтите, вы где бы вы ни появились в этом аромате, все будут точно так же на вас реагировать, только этот аромат уже будет вашей составляющей частью. То, о чем с помощью эмоций рассказывает нос, парфюмер, до сих пор во многом загадка для ученых. Восприятие человеком запаха, причем восприятие приятно-неприятно, вот тайна, пока не подвластная разложению на математические формулы. Известно, что клетки в носу идентичны клеткам головного мозга. То есть каждый человек воспринимает аромат непосредственно мозгом. Известно, что носы, восприятие у всех людей разное. Невозможно создать аромат, приятный всем. И последнее. Один и тот же аромат на коже разных людей пахнет по-разному. Как тут не начать говорить о мистике? Это дегустационный эксперимент. Здесь мы видим по цифрам 1 и по цифрам 2 некий напиток. Ваша сверхзадача – попробовать каждый из них и догадаться, где реальный виноградный сок, где химический виноградный сок. Возьмите сейчас левую руку, затыкаем нос левой рукой, крепко, честно, и свободной рукой все берем стаканчики номер 2. Вот вам простейший эксперимент – роль и значение запаха в нашей жизни. То, что показывает известный российский маркетолог Николас Каро, каждый может повторить сам с собой. А теперь скажите, пожалуйста, где находился настоящий виноградный сок с капелькой апельсина, а где химический состав? Я не определила, невозможно. Во втором соке меньше сладости. Все. Самое удивительное, что ни в одном стаканчике нет виноградного сока. Там ананас. Очень слабый вкус, я не смог даже уловить и распознать. Люди покупают эмоции, люди покупают самоощущение. Единственный секрет любого бренда, включая парфюмерного, заключается в следующем. Потребитель, покупатель мидл-сегмента, мидл-плюс, предпремиум, премиум, гиперпремиум, хай-премиум, как угодно назовите. Но это покупатель. Это потребитель. И он отличает банальную торговую марку от бренда всего лишь по двум причинам. Первое. Достоин ли этот продукт или услуга меня, как я сам себя вижу? И второе. Поднимется ли мой социальный статус в моих собственных глазах и глазах окружающих от того, что я приобщусь к этому товару или услуге?
И тем не менее, программируемая парфюмерия, та, с помощью которой можно вынудить другого человека на конкретные действия, признание в любви, например, уже теоретически доказано. Идут предваряющие лабораторные испытания. Не на людях, хомяках. В российской лаборатории создано вещество, точнее, три разных пахучих вещества, комбинация которых приводила ко вполне определенной реакции, скажем так, мордочек мужского пола на мордочки женского. По словам ученых, уже через десятилетия, если исследования будут продолжаться теми же темпами, можно будет говорить о настоящей программируемой парфюмерии для людей. По сути, речь идет о том, чтобы перевести эмоцию в математику. Может ли робот создавать настоящую музыку? Это пока что еще нет, то есть примитивную он может создавать. Так и в ближайшее время духи создавать робот не сможет настоящий. То есть комбинировать вещества – это просто, но ожидать, что вот будет изменение качества в эту сторону или в эту – нет, у нас нет шкалы качества запаха. Лабораторные животные, кстати, издавна стоят на страже безопасности парфюмерной продукции. До сих пор главным испытанием, не дающим сбоев, остается испытание на живых существах. В этом конкретном случае – на морских свинках. Лаборант наносит на оголенную кожу образец. После проверяют, смотрят. Если на коже появились покраснения или отеки, продукция проверку не прошла. Сразу испытывать на волонтерах косметические или парфюмерно-косметические продукты, это не совсем правильно. Сначала мы все-таки должны проверить действие этих средств на животных. И если на животных мы получаем раздражающее действие, например, то мы уже, конечно, не будем испытывать на волонтера. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, садитесь. Сейчас мы с вами будем проводить кожную пробу капельным методом. Для начала ознакомьтесь с информированным согласием и подпишите. Не мудрствуя лукаво, на руку, не жалея. Ни рук, ни духов. Теперь главная задача добровольца – регулярно наведываться в этот кабинет. Если через двое суток на коже никаких покраснений, вздутий, можно выпускать продукцию на рынок. Поскольку на всех парфюмерно-косметических продуктах есть на этикетке ингредиентный состав, то очень надо внимательно читать этот ингредиентный состав. И если в состав продукции входят какие-то вещества, которые данный человек, на которые данный человек может отрицательно прореагировать, я думаю, что эту косметику ему не надо использовать. Полезный. Так, девочки, проходите. Давайте вот сюда. Французские композиции, созданные носами парфюмерами, приехали в Россию. Вот они, маленькие прозрачные флакончики. Будем тестировать новые ароматы. Предлагается летняя серия женской туалетной воды. На выбор. Смотрите, пробуйте, определяйте, что подойдет именно вашему торговому дому. То, с помощью чего вы будете зарабатывать деньги. Фокус-группа, так это называется. Да, я считаю второй вариант более подходящий. Тут чувствуется немножечко цветочные оттенки. Лилия, жасмин. Несколько человек сидят, пробуют запах, говорят, что думают. Непростые люди с улицы. Часто сотрудники торгового дома, оптового продавца. Тут главное – коллективный разум. А здесь как раз такой нежный, сладковатый, ненавязчивый, с небольшим цитрусовым аккордом. Мне нравится вот этот. Задача этих людей – прийти к единому мнению. Выбрать из десятков предложенных ароматов тот единственный и неповторимый, с которым будут дальше работать продавцы. Российская женщина, мужчина, ну, если грубо говорить, потребитель, очень требовательный к парфюмерии. То есть то, что в других странах проходит по качеству или по дизайну, например, в Китае, в Дубаях, на российском рынке такие линейки просто уходят. То есть остаются очень качественные по дизайну и по запаху продукты, ну, назовем так, проверенные временем. Удивительное мероприятие. Еще одна своеобразная фокус-группа. Вот ведь в повседневной жизни частенько конкуренты лютые, а здесь за рюмкой коньяка разговоры душевные.
Что удивительно, вдвойне коньяк, а если быть совсем точным, коньячные спирты. Не для употребления внутрь, вновь лишь для запаха. Это одна из тенденций будущего. Крепкая мужская коньячная тема. Как использовать, каждый сам решает. Вот здесь уж конкуренция. Когда ты берешь некий аналитический отчет, как литературу, да, прочитал сам собой, никаких новых идей не родится. А вот именно как бы в споре, вот, может быть, собираясь, дискутируя, можно что-то такое для себя такое новое узнать. Когда все совсем определились, заказчики, дизайнеры, носы, парфюмеры, начинается производство. Вы видите саму магию создания ароматической композиции. Флакона с, по сути, концентрированными духами. Именно в таком виде металлического бочонка, покрытого лаком изнутри, духи разъезжаются по всему миру, в том числе и в России. Мне ни в коем случае нельзя вмешиваться в саму формулу, которую нам дают. Только точно следовать рецептуре. Композицию смешивает специальный робот, который с помощью тоненьких трубочек отмеряет строго необходимое количество той или иной составляющей – начальных запахов. Вот он, французский флакон, добрался до Подмосковья. Одно из немногих отечественных парфюмерных предприятий. Здесь придуманный и проверенный французами концентрат, композицию будут доводить до консистенции духов одеколона, пригодного к продаже продукта. Этот цилиндр с трубами, по сути, большой миксер или блендер, но называется тревожно – реактор. В определенных пропорциях французскому концентрату добавляют специально очищенную воду и спирт. Процесс пошел. Сбалтывать и перемешивать около часа. Потом отстаивать в огромных чанах. Тем временем в других цехах готовятся к расфасовке флаконы. Если на некоторые только надпись нанести, другие, например, покрасить надо, следуя за полетом фантазии дизайнера. Те краски, что мы используем для окраски жидкими, стеклянные поверхности, они приходится приобретать за рубежом, допустим, в Германии. Да. Порошковые краски можно приобрести в России, совсем не очень далеко территориально. И можно подобрать оттенки, те, которые, допустим, импортными красками сделать невозможно. Но и с другой стороны, это себестоимость. Духи готовы. Пора разливать. С помощью такого ручного автоматического труда можно почти два десятка тысяч флаконов в день выдавать. Всего же это небольшое подмосковное предприятие отправляет в магазины 1,5 миллиона, наполненных запахами емкостей. Путь флакона заканчивается на полке в магазине. Но и здесь аромат не перестает быть секретом. Каждый рабочий день этой милой продавщицы начинается с фейсинга. По-русски это надо бы назвать украшательством. Украшают внешний вид магазина. Подравнивают товар на полках, расставляют ценники. Секреты, как продать ту или иную коробочку с запахом, не сильно разнятся от сети к сети. Самое популярное – аромат, на который делается ставка, распыляется в воздухе. Велик процент тех, кто купит по принципу «А чем это у вас тут пахнет?». У нас нет таких четких градаций «самые хорошие товары», «самые продаваемые товары». Да, мы продаем все, абсолютно все. Да. Единственное, что полки, да, у нас на уровне глаз всегда стоят новинки. Это закон.
парфюмерных магазинах, пожалуй, как нигде в другом месте, используют различного рода акции и скидки. Или, например, обратили внимание, в каких темных костюмах консультанты и как ярко горит витрина. Ничто не должно отвлекать от главного – товара. Есть три непреложных закона, по которым покупаются духи. Первое. Отключите логику. Выбирайте эмоции. Для себя аромат подбираете? Да, для себя. На весну, на лето нужны такие более тонкие, легкие, свежие ароматы. Вы же не название и жидкость. Вы историю и сказку для себя покупаете. Во-вторых, найдите консультанта, которому вы верите. Кто-то из родственников или друзья-знакомые, который оценит, как на вас сидит тот или иной аромат. И третье. Перед походом в магазин нужно четко понимать, какой парфюм вы выбираете. Что сказать хотите?